А в Грузии начало февраля может стать самым холодным за всю зиму, говорят синоптики. Горные районы страны уже несколько дней испытывает непогода. Высоко в горах снег и метель, в низинах проливные дожди. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по перевалам. Температура воздуха местами до минус 10. Репортаж из Аджарии нашего корреспондента Михаила Рыбакидзе. Осторожно, на виражах автомобили в горах Аджарии едва передвигаются по крутым дорогам. После снегопада у большинства магистралей до сих пор в сугробах. Расчистить удалось только райцентры. Сейчас все наши силы направлены на противооползневые работы. Снег стал причиной схода оползней. Так что помимо расчистки дороги приходится вывозить тонны горных пород. Основная задача – освободить трассу Батуми-Ахалцихи. Селевые потоки и оползни создают проблемы не только водителям, но и местным жителям. Опасность угрожает постройкам и домам, и подсобным помещениям в садах и огородах. Десятки семей пришлось временно расселить. Конструкция из металлической сетки не сможет остановить массу земли со снегом. А что толку от того, что расчищают дороги? В 8 утра сошел оползень, а потом еще в 3 часа дня. Из-за проблем на дорогах простаивают в ожидании гостей мини-отели и хостелы высокогорье. Деревянные коттеджи с видом на горы, национальная кухня и гостеприимство местных привлекают туристов как своих, так и зарубежных. Очень многие хотят к нам приехать и пожить в этой зимней сказке. Здесь такая тишина, свежий воздух, покой. Главное, чтобы по дорогам можно было бы проехать. Мы выкладываем фотографии на наши страницы, и у них тысячи лайков. Проблемы на магистралях не только в горах. В окрестностях Причерноморского Кубулети тоже не проехать. Снег растаял, а ямы остались. Автомобилисты жалуются. Отрезок пути, который можно проехать за минут 20, занимает около часа. Михаил Рубакидзе, Вячеслав Мадашвили, Мир-24. Снежная зима и в соседней Гурии, высокогорное село Бахмаро, до сих пор оторвано от внешнего мира. Там, по словам местных, за неделю выпало около 2 метров снега.